Всем привет! Сегодня 25 марта, и я пересаживаю томаты из общей плошки по отдельным рассадным пакетам. Замочила семена я 10.03, а уже в землю посеяла 11.03. Схожесть, в принципе, нормальная. Семена мною собраны на 100% зашли. Здесь еще есть один сорт шоколадно-полосатый. Это мы поменялись с огородником здесь в Подмосковье. А вот покупные здесь примерно 70-80% схожести. Эти томаты нужно было, наверное, на недельку раньше мне рассаживать. Листья сомкнулись, довольно-таки уже взрослые растения, но не было возможности, поэтому делаю сейчас. Все здесь, наверное, легко и просто, но все равно я решила видео заснять на эту тему. Плошку эту я, конечно, пролила. Вот такие уже красивые сеянцы. Это сорт Южный Загар. Сейчас вот так осторожненько буду поддевать и вытаскивать их. Южного Загара я посеяла побольше, потому что мы этот сорт любим. Я люблю высаживать рассаду в общую емкость, высевать, а рассаживать уже по отдельным рассадным пакетам. Как раз вот в этот момент как раз и происходит выбраковка. То есть в пакеты я высаживаю самые красивые и самые лучшие сеянцы. Значит, я уже много раз говорила, что пользуюсь я рассадными пакетами. Это объем 0,9 литров. Конечно, здесь сейчас я еще подпишу, это бумажный строительный скотч, и подпишу водостойким маркером. Земля своя, приготовленная с осени. Накануне, то есть вчера, я пролила Байкалом землю, а сейчас сделала отверстие и проливаю гуматом калия, сделала раствор. Все, теперь беру самый красивый сеянец, вот он, саженец. Где-то у меня палочка была. И стараюсь по самые семидольки заглубить. Где сейчас не будет хватать земли, вот как здесь, да? По семидоле не зашел он. Я досыплю сюда, подсыплю землю. Все, и возле стебелька приминаю землю. Вот так. Опять берем самый красивый. Самое еще главное не забыть подписать. Опускаю. И возле стебелька приминаю землю. Сверху как раз я еще раз пролью гуматом калия небольшим количеством. И подсыплю уже землю влажную. Привалка происходит быстро. Берешь саженец и сажаешь в землю. Ну вот и все. Томаты рассадила. Это первый посев. Я еще сеяла чуть позже. Сейчас покажу. Вот такая рассада. Здесь все семена покупные. Ну, схожесть примерно 70%, не больше. И буду рассаживать дней через 5. Так, пролила всю рассаду гуматом калия. Нравится мне этот препарат. Растения очень хорошо приживаются. Так, и вот у меня еще в остатке сорта. Я их посадила вот в такую бутылку. Оставила по одному томату каждого сорта. Это для того, чтобы вдруг будут выпады здесь, чтобы у меня было хотя бы одно растение на замену. Выпадов не будет, ну, значит, кому-то это все отдам. Ну, в общем, про запас всегда оставляю, потому что с рассадой может случиться все, что угодно, хотя я и стараюсь за ней ухаживать. Но все бывает. Вот.
Что сейчас сделаю, это оставлю их прям вот так на столе, чтобы они немножко закрепились в земле. На солнце под лампу не выставляю, а уже вечером выставлю под лампу обязательно. Сейчас начинается то время, когда очень много работы, рассада подрастает, нуждается в пикировке, в перевалке. Но это приятные хлопоты. Я вам желаю всего самого хорошего. Всем пока!